Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Мы позволим себе перефразировать Маяковского и скажем: если звезды зажигают, значит, здесь их зажигать умеют. А говорим мы про детский музыкально-продюсерский центр «Фабрика талантов». В стенах этого образовательного учреждения даже самые скрытые творческие способности ребенка пытливые педагоги найдут и разовьют. Тем более стен стало в два раза больше. Сегодня мы открыли второй филиал музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» по адресу Карла Маркса, 70. Очень много желающих попасть к нам на «Фабрику талантов». Первый филиал, который расположен в концертном зале КГУ, туда в основном ездят дети из Заозерного, из Рябково. А в ДКМ легко попасть, так скажем, с любых концов нашего города. Первые желающие стать фабрикантами в новом филиале уже прошли кастинг. Теперь они будут заниматься эстрадным вокалом, актерским мастерством, техникой речи, хореографией, сольфеджио и даже поющим английским. Они проходят кастинг, прослушивание и проходят, либо не проходят дальше. Дети до 3 лет, ну, точнее от 3 лет, то есть они проходят просто уже, так скажем, заранее. Чем раньше давать ребенку какие-то знания, давать какие-то направления, тем он больше будет развиваться. Центр «Фабрика талантов» работает всего 1 год, но уже ни один городской праздник, ни один кастинг, ни одно прослушивание, ни одно яркое мероприятие не обходится без фабрикантов. Они поют и танцуют на центральной площади города, снимаются в клипах, участвуют в телевизионных проектах. И все это благодаря курсу, который задают им педагоги. Они делают детей, ну, по-настоящему звездами, потому что такого количества мероприятий, в которых участвует «Фабрика талантов», наверное, не участвует ни одна другая студия. И это и телевизионные проекты, то есть в том числе и наш проект «Топ-модель по-детски». Было очень много финалисток из фабрикантов, и они показывали себя очень на достойном уровне. Кстати, одна из финалисток проекта – Дарья Чернышова. Сегодня лицо «Фабрики талантов» и одна из ведущих артисток. Тем, кто по каким-то причинам не успел пройти прослушивание, не стоит расстраиваться. До конца сентября набор на «Фабрику талантов» открыт. Приходите в любой из филиалов. В этом году мы планируем провести конкурс. Возможно, это даже будет телевизионный какой-то проект, именно связанный с вокалом. Так что, конечно, приоритет – это наши фабриканты –